В микрорайоне Цветы открылась клиника «Семейная практика плюс». Здесь вы можете получить большой спектр услуг для взрослых и детей. У нас работает педиатр и терапевт практически каждый день. Также вы можете обратиться к узким специалистам. Если вы почувствовали какое-то недомогание и не знаете, к какому специалисту обратиться, приходите к терапевту. Я занимаюсь лечением и профилактикой заболеваний у детей от 0 до 18 лет, а также занимаюсь вопросами развития и вакцин профилактики. Приходите к нам в клинику «Семейная практика плюс». У нас оказываются лабораторные услуги. Практически все анализы, которые бы вам не назначили, вы можете сдать у нас и получить результаты. Также мы берем ПЦР-тест. Я занимаюсь лечением таких заболеваний, как сахарный диабет 1 и 2 типа, заболевания щитовидной железы, гипотиреоз, тиреотоксикоз, заболевания паращитовидных желез, поджелудочной железы. В нашем кабинете вы можете получить такие инъекции, как внутримышечная, внутривенная инъекция, внутривенная капельница, озонотерапия, а также мы можем произвести у вас широкий спектр анализов. Главное в моей работе – умение слышать, чувствовать, понимать, помогать телу и оздоровить его. Приглашаю вас на сеансы массажа спины, шейно-воротниковой зоны, общего массажа тела, массажа головы и многих других зон. Так как это клиника для всей семьи, то вы здесь можете получить помощь не только узких специалистов и обследовать и полечить свое тело, но также решить какие-то свои психологические вопросы, вопросы в семье, с детьми или свои собственные. Клиника является филиалом клиники психотерапии «Семейная практика» на Новой 17Б. Мы знаем, как помочь выздороветь всей семье, как решить ваши психологические проблемы и помочь в трудной ситуации. А также ведет прием флеболог и проводятся операции на венах нижних конечностей. Ждем вас у нас!